Здравствуйте! В эфире передача телерадиокомпании «Волна Плюс» на «Волне удачи». Сегодня в студии ее ведущая Елена Лисицкая, победитель детской странички в нашем еженедельнике «Волна» Таисия Пыхова. Мы поздравляем ее, благодарим за участие и дарим сладкий подарок от партнера детской странички компании «Альфа-Окна». А если и вы хотите выиграть сладкий приз, отгадывайте загадку на детской страничке еженедельника «Волна» и звоните к нам в редакцию. Пятого дозвонившегося на этой неделе не было. И денежный приз, а это уже 100 рублей на телефон, мы переносим на следующий номер. Теперь два приза в конкурсе на детской страничке в еженедельнике «Волна». Сладкий подарок и 50 рублей на телефон. Мы ждем ваших звонков по новому номеру телефона 35525 каждую субботу с 10 до 15 часов. Желаем удачи и приятного семейного чаепития. А мы переходим к розыгрышу. Сегодня разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей», сладкий приз от фирмы «ДК Мастер» и фирмы «Сантехрезерв». Первым определим победителя розыгрыша кроссворда. Сегодня в нем участвуют 5 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы «ДК Мастер». Наш первый приз достается Евгению Семяшкину. Поздравляем! Переходим к конкурсу сканбордов. Сегодня в нем участвуют 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от грузоперевозок «Муравей». Сладкий подарок остается Сергею Кононову. Поздравляем! В конкурсе эрудитов правильно ответили 13 человек. Между ними разыграем сладкий подарок от фирмы «Сантехрезерв». Приз получает Валентина Попова. Поздравляем! Всех победителей ждем в течение недели в рекламном отделе по адресу улица Набережная, 45, здание «Объединение «Волна». На этом наша передача подошла к концу. Увидимся ровно через неделю.